Специальные QR-код для подачи заявлений в прокуратуру внедрили в Жаркенте. Теперь бизнесмены могут обратиться с жалобой о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, не посещая компетентные органы. Новшество запустили прокуроры Панфиловского района области ЖИТИСУ совместно с палатой предпринимателей. Специальные информационные листовки с QR-кодами развесили в местах торговли и оказания услуг. Каждый владелец бизнеса может отсканировать код с помощью телефона, заполнить форму и подать заявление. Документы незамедлительно поступают на почту прокурора или мобильной рабочей группы. Стоит отметить, что представители надзорного органа с начала года защитили права более 1000 предпринимателей. Это приложение очень удобно для предпринимателей, позволяет экономить время и подавать заявления без посещения прокуратуры. С тех пор, как разработали платформу, к нам поступает много жалоб от предпринимателей. Их мы все рассмотрим, примем меры в соответствии с законодательством, а также проведем разъяснительную работу.